у полі три криніченькі, а у хлопця три дявіченькі. Білявая, чорнявая, а третя рижа кучаравая. Білявая, чорнявая, а третя рижа кучаравая. Йон з білявай обдымався, а з чорнявай повянчався, а з рижаю кучаравою у чистим полі целовався, а з рижаю кучаравою у чистим полі целовався. Хлопець, хлопець, не журися, кого любиш, розберися. Хлопець, хлопець, не журися, коли любиш, а женися. Там у полі, де криніченьки, посварились три дявіченьки. Білявая, чорнявая, а третя рижа кучаравая. Білявая, чорнявая, а третя рижа кучаравая. Хлопець, хлопець, не журися, кого любиш, розберися. Хлопець, хлопець, не журися, коли любиш, а женися. А у полі три криніченьки, а у хлопця три дявіченьки. Білявая, чорнявая, а третя рижа кучаравая. 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 Добрый вечер, уважаемые телезрители. Не всегда мы находим время на то, чтобы попутешествовать и посмотреть даже свой Витебский регион. Согласись, Иван, добрый вечер. Всем добрый вечер. Но у нас в телекафе «Вечерний Витебск» у вас есть уникальная возможность познакомиться с людьми из разных уголков Витебской области, узнать, чем они живут, что они любят и какие интересные творческие вещи они создают. Очень часто мы здесь, в «Вечернем Витебске», знакомимся и говорим, общаемся с нашими земляками, но вот сегодня земляки будут во всех смыслах, потому что так называется вокальный ансамбль, который открыл нашу программу и участники из которого будут нашими первыми гостями. Ну и, конечно, Докшинский район совсем недалеко. Да, и ну и, конечно, хотелось бы сказать, что у нас сегодня в гостях коллективы, которые имеют и подтвердили в этом году звание народное. Что нужно для того, чтобы получить это звание, как его подтверждать? Сегодня мы обязательно расспросим, ну и, конечно же, познакомимся с нашими гостями из Докшинского района. Я подумал, что было бы неплохо устроить мини-экзамен, чтобы еще разок у нас в студии подтвердили. Вот этим и займемся, пожалуйста. Итак, это «Вечерний Витебск». Мы начинаем. Как земляки появились, стали народными, подтвердили звание народного коллектива, нам сегодня расскажет руководитель вокального ансамбля Светлана Пашковская. Добрый вечер, Светлана. Здравствуйте. Давайте немножко познакомимся с вашим коллективом. Расскажите, как давно он появился, кто в нем поет, выступает? Коллектив появился в 2005 году. Все начиналось с мужского трио. Постепенно добавлялись девушки. Коллектив организовал наш бывший руководитель, коллега Олег Петрович. Под его руководством мы работали до 2014 года. В принципе, и звание народного мы получили в 2010 году.
То есть, получается, при первом руководителе, при создателе этого коллектива. Да. А когда коллектив создавался, для каких целей он создавался, то есть какой задачей, где он должен был выступать, для чего? Учитывая, что это были три мужчины изначально. Да, чем эти три мужчины должны были заниматься? Дело в том, что коллектив нашего Дома культуры на тот момент был чисто мужским. Было такое? Да. И вот из... Резонансное событие. Обычно, ну, наоборот, вообще наоборот все происходит. Все было совсем наоборот, деревья были большими, и в культуре работали одни мужчины. Да. И вот они, такие вот ребята, активные энтузиасты, любители этого дела, что называется, вокального творчества в частности, с хорошими голосами, вот, решили создать такой маленький коллектив сначала, ну и подтягивали уже... девушек. Ну, из них, вот мы сейчас видели, из это них, они все или не все? Виктор Орловский и Валентин Соловьев. Двое. Они до сих пор поют, выступают в коллективе и как бы успешно справляются с поставленной задачей. Кстати, а кто сейчас вот тянет коллектив? Все-таки его мужская вот эта вот сердцевина, которая начинала, или женщины так привнесли что-то новенькое, что, в общем-то, можно сказать, они сейчас и рулят всем? Я вам скажу, что главные солисты, конечно же, у нас мужчины. Самые красивые голоса, это бесспорно у них. Ну, а девушки, ну, для создания красоты. Вот, поэтому руководитель коллектива. Красивый человек. Спасибо. А, скажите, с каким репертуаром, то есть какого плана этот коллектив, да? То есть какая, ну, изначально было, да, и что сейчас, да? То есть в каком направлении вы работаете, что поете? В принципе, направление мы как выбрали первоначально, так оно и осталось до сих пор. Это эстрадное пение. И, в частности... Ну, все-таки мы люди такие уже все, не совсем юноши и девушки, скажем. Поэтому репертуар у нас в основном это песни советской эстрады. 70-е, 80-е годы. То, что все знают. Да, всем знакомые, все песни, которые любят, ну, практически все. Я вам даже скажу больше, даже молодежь наша иногда с таким удивлением, вот оказывается, у вас такие крутые песни были в вашей молодости. А для них это чаще открытие? Да. Да? Да. Угу. Мало знакомы. Мало знакомы. Ну, потому что, ну, сейчас вы пели, мне кажется, эту песню все знают. Ну, хотя бы два-три слова подпевать. Белорусская народная песня уже в современной обработке песняровской. Ну, конечно. Скажите, по какому принципу, как люди попадают к вам в коллектив, как приходят, как вы находите новые голоса, новые таланты, чтобы развиваться, расти дальше? Вы знаете, наверное, как и в любом коллективе, самое главное в нашем коллективе – это создать команду единомышленников, энтузиастов, единомышленников, людей, которым нравится. Самое главное, что нравится это все. В нашем коллективе нет людей со специальным музыкальным образованием, профессиональных вокалистов. Все любители. Все любители. Да. Из каких сфер, расскажите, поют? Кто поет в вашем коллективе? Из работников культуры нас четверо. Вот наши девушки, Елена Малышева, медицинская сестра. Ирина, Елена Малышева, медицинская сестра. Ирина Шиленок, работник агропромышленного комплекса. Угу. Всего сколько у вас человек сейчас? Вот сейчас такой постоянный состав – это 6 человек. Угу. А расскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы вот такому коллективу, который собирает единомышленников не из, скажем так, не только из сферы культуры, да, без специального образования, да, исполняет песни советской эстрады, которые все знают и любят, такие добрые, хорошие песни. Что нужно для того, чтобы сегодня у нас в Беларуси получить звание народный? Как вообще, по какому принципу? Ну, о каких-то принципах, наверное, трудно говорить. Ну, это работа коллектива, в первую очередь. Создать какое-то лицо коллектива, узнаваемость его. То есть какой-то должен быть образ цельный, да, правильно? Да, то есть как безусловно. Коллектив выглядит на сцене, как он живет на сцене, да? Да. А что еще? Что еще? Работа и работа. Работа и работа. То есть количество выступлений, скажем так, тоже оценивается? Определяется. Все-таки опыт нарабатывается практикой.
И потом это все еще раз подтверждается, то есть какая-то собирается комиссия, которая выносит решение, оставляем мы звание народное или нет. Ну, смотрите, это же такая большая работа, чтобы это звание получить и потом регулярно подтверждать. Это же большой стресс, потому что перед этой комиссией надо как-то, ну, там, держать лицо. Вообще, зачем это коллективу? Ну, народный, не народный. От этого же там не станут больше приглашать на концерты или станут? Нет, конечно, нет. Нет? Для чего? Вот я же и сказала, самое главное, чтобы людям нравится это. Угу. Им нравится. И несмотря на какие-то свои семейные дела, вопросы, все бросают. Приходят на репетицию, едем куда-то на концерты. Ну, сами понимаете, что все это отнимает массу времени и сил, и здоровья, и нервов, соответственно. Поэтому это такой приятный бонус, который вот он как бы есть, это как признание какое-то коллектива. Ну да, конечно, безусловно. Я думаю, все работники культуры работают не только за зарплату, но и за любовь зрителя. Ну, мне кажется, даже, наверное, в первую очередь. Безусловно. За любовь зрителей. Да. А какие зрители, кстати, слышат, видят ваше выступление, где вы выступаете, как в Докторском районе, так и вообще, может быть, за пределами? Докшинский район, ну, это естественно, все праздники нашего региона. То есть, как начинается календарный цикл, там да, Новый год, и так Рождество, далее, и тому 8 марта и так далее. Да. Угу. И мы очень много ездим по санаториям. Угу. Да, вот именно для отдыхающих. Музыкотерапия такая получается. Да, да. То есть вы выступаете именно в каких-то санаториях. Угу. Они сами на вас как-то выходят? Или вы звоните и говорите, а вот у нас тут свободная... Программа хорошая. Да, свободная пятница. Когда мы только начинали эту практику, конечно же, мы сами напрашивались немножко. Ну, а потом посмотрели на нас и уже зовут и рассказывают там соседям своим и приглашают. Вообще, действительно, насколько узнаваемый у вас коллектив? Ну, в Докшинском районе, наверное, более узнаваемый, я так понимаю. Ну да, конечно. Да? Ну вот вы приезжаете в санаторий, а вам там кричат, боже мой, это же земляки, это же с плакатами. Конечно же, такой уже прямо бешеной популярности у нас нет. Ну, в принципе, мы к этому не стремимся. А постоянные зрители есть? Не фан-клуб, конечно, хотя, может, я не знаю. Ну, это в первую очередь жители нашего агрогородка, которые приезжают на концерты и на районные мероприятия, чтобы посмотреть на нас. Ну, это здорово, этой поддержкой, да. И не без участности. Давайте поясним немножко нашим телезрителям, да, то, что коллектив не из самих Докшиц, а откуда, расскажете? Агрогородок Парафьяново, Докшицкий район. Агрогородок. Да. А много населения? Около 1000. Ну, это большой агрогородок. Большой агрогородок, да, который... Агрогородище такое. В принципе, есть кого развлекать. А есть где вам выступать? Там какая-то площадка? Дом культуры наш. А, наш Дом культуры. И там, в принципе, сцена позволяет. Народный вокальный ансамбль на базе Дома культуры. Скажите, есть какие-то особенные, может быть, мероприятия, праздники, к которым вы готовитесь, ну, скажем, новую программу разрабатываете, думаете, как выступить, такое что-то знаковое для вас, к чему вот больше, самое ответственное, можно так сказать? Новые программы мы разрабатываем ко всем значимым праздникам. Ну, наши зрители уже немножко избалованы, конечно, нами, но поэтому мы стремимся обновлять свой репертуар регулярно. Ну, самый такой, наверное, вот как бренд нашего Дома культуры – это новогоднее представление театрализованное. Ну и последние годы у нас проходит праздник 1 мая. 1 мая? Да. Районный праздник. Традицию возродили. Да. А почему вы так его по-особенному выделили? Почему по-особенному выделили? Потому что и стиль нашего ансамбля такой немножко ретро, советских времен. Вот, и праздник у нас... Проект называется «Рожденные в СССР» и праздник, соответственно, 1 мая, конкурс ретро-песни. Ну, а поподробнее расскажите, что собой подразумевает? Ну, 1 мая, ассоциация, как праздновать 1 мая, это выходить на какую-то демонстрацию, правильно? Да, там, или отдыхать просто плакатами, дома, да, либо делать. Сидеть на выходном, да, на диванчике дома смотреть телевизор, там, «Вечерний Витебск», например, да. То есть, что ваше 1 мая в вашем агрогородке подразумевает? Какая программа этого дня? Конечно же, демонстрация. В этом году как раз это было приурочено к 115-летию профсоюзов, Федерации профсоюзов Беларуси. И вот мы совместили все это. Демонстрация.
открытие праздника, концертная программа, конкурс ретро-песни, фотоконкурсы, конкурсы плакатов. Ну, и, соответственно, вечерняя программа. Приглашаем какой-нибудь вокально-инструментальный ансамбль. Это дискотека под живую музыку инструментальную. Какой насыщенный день получается 1 мая в вашем агроградке. Сейчас как подумал, 1000 человек как выйдет на улицу с демонстрацией? Казалось бы, да. Нет, ну вам же нравится, здорово. А собственные песни есть какие-то в репертуаре? Или вы так... У нас нет своих авторов, поэтому... Они работают не предлагают? С тем материалом, нет, я же знаю, столько тем, людей пишет есть. Стихи, столько людей думают, куда... Ну вот как-то нам, наверное, не повезло в этом плане. Вот. Поем то, что... А как, по какому принципу выбираете, что петь-то? Коллективно. Голосование. В смысле, голосование? Идет, да? Единогласно? То, что голосование. Ну... Ну что, съезд вашего вокального коллектива постановил слушаем, вот эту песню включить? Прослушиваем песни, советуемся, кому что нравится, не нравится, подходит нам по вокалу, не подходит, по стилю подходит, не подходит. Ну, в таком ракурсе. Очень большую роль для любого коллектива играет образ на сцене, конечно же, какая-то общая какая-то картинка, да, и большой роли в этом во всем отводится костюмом, большая роль отводится. Скажите, над стилем вашего коллектива, кто работает, кто занимается тем, как вы выглядите на сцене? Это, опять же, коллективная работа. То есть и одному человеку эскизы это... нарядов мы тоже согласовываем, конечно, да? Обсуждаем. Все коллективно. У нас очень хорошая команда, уже сложившаяся годами. Команда действительно единомышленников. А свободное время вы как-то вместе проводите вам? Или вам хватает, в принципе, вот этого пребывания на репетициях, на сцене? Ну, назовем это так очень условно, не хочу обидеть, на работе. В свободное время можете взять, вытянуть участников куда-то на, не знаю, на семейные посиделки, пикник? По возможности стараемся, но желание есть, но не всегда есть такая возможность. Все-таки все свободное время уходит. Стараемся, да. Уходит на пение, да, разработку. Кстати, а вы долго разучиваете, ну, вот какую-то новую песню? Ну, это зависит от сложности. Ну, я не знаю, ну, давайте пример какой-нибудь возьмем. Белявая чернявая. Ну, в течение недели, наверное, полутора. То есть вы полностью отрабатываете, а вот музыкальный материал, аранжировки, музыку, вот это все дело, есть у вас такой специалист? Да, у нас есть такой специалист, это Андрей Чубан, руководитель эстрадной студии «Калейдоскоп» города Докшице. Вот мы с ним работаем. Тесно сотрудничаете? Очень тесно, да. Скажите, ну а вообще, вот в вашем агрогородке, ну и в районе также, много ли подобных коллективов? Если у вас, скажем, конкуренты творческие? Или друзья, с которыми дуэтом или можно исполнить? Сотрудничество есть какое-то? Из других коллективов? Да. Ну вот такое именно эстрадное направление, наверное, у нас. То есть вы эту нишу заняли и отдавать не собираетесь. Недавно появился такой мужской квартет в Докшицах «Карат». Вот, ну, они еще... Ну что ж такое, опять мужской квартет, опять все начинается. Да. Вот рассказываете, как будто бы даже сложно поверить, потому что всегда вот в культуре, там в образовании... Обычно в все же... говорят, нам не хватает мужчин, да, ищем там солиста, вот... танцора, хоть кого-нибудь. А в этом нам повезло, да? Безусловно. И вы знаете, вот мне в частности, наверное, завидуют многие, потому что, да, я работаю в мужском коллективе. В культуре, в мужском коллективе. Да, в нашем доме культуры. Двое мужчин, я. Скажите, какую вторую композицию мы сегодня услышим? Что это будет? История, да. Это будет песня, которую исполнял Иосиф Кобзон и группа «Республика». Она называется «Платье». Это одна из наших самых любимых песен. Мы поем ее в каждом своем концерте. То есть типа визитной карточки вашей, правильно я понимаю? Даже не столько визитная карточка, сколько такая вот очень душевная, лирическая песня, которая располагает зрителей на такое вот хорошее настроение. Ну, я думаю, эта песня станет очень хорошим аккордом в завершении нашей беседы. Спасибо вам огромное, Светлана. И сейчас мы снова будем слушать народный ансамбль вокальный «Земляки». Ну вот, Светлана прямо сейчас присоединяется к своему ансамблю, а
мы же сейчас насладимся, а потом посмотрим афиши, будем встречать новых гостей, но тоже из Докшинского района. Так, пожалуйста. Платья буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья. Выйдешь из воды в трепете травы, давно это было, с ног до головы, с ног до головы, ты меня забыла. С ног до головы, с ног до головы, ты меня забыла. Но живет речка и закат, серебротечение. Ты теперь одета с головы до пят в платье забвенья. Ты теперь одета с головы до пят в платье забвенья. Нечего надеть, что ни говори, мне нравятся платья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья. Буду одевать с ног до головы, я тебя в объятья. Кино представляет мультфильм «История игрушек 4». Вся команда игрушек снова вместе и готова к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад, и это положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам старых друзей, и даже романтической истории. Начало показов в 10:45, 17:20 и 19:20. Фан-зона в рамках Европейских игр 2019 ждет жителей Витебска и гостей города на площади Победы. В программе трансляции торжественной церемонии открытия и соревнований, концертно-танцевальная программа, праздник «Детская планета» и многое другое. Начало в 17:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет ироничную драму «Счастье в долг». Деревенская девушка Алла отправляется в город, чтобы стать учительницей. По дороге в поезде она знакомится с молодым парнем, и между ними завязываются романтические отношения. Через некоторое время любимый исчезает, оставив Аллу в интересном положении. Исчезает, чтобы вернуться через 20 лет на свадьбу собственной дочери, которую он ни разу не видел. Начало спектакля в 19:00. Thank you.
светлым майским ранним за окном калина, весновым убранник, золотые промни дорог свои ласки, майский день подобный до чаровной каски. Радость буйной хвалей сердце замирает, тут земля святая, инше я не маю, низко поклонюсь ровной сторонце, хай над Белоруссию ярко светит солнце. Быцам нарочена вишенька прибрана, горница до клёна белоснежным станом, звонка песня льется аж до неба краю, и душа смеется, и душа спевает. Радость буйной хвали сердце замирает, тут земля святая, инше я не маю, низко поклонюся родной сторонце, хай над Белоруссию ярко светит солнце. Радость буйной хвали сердце замирает, тут земля святая, инше я не маю, низко поклонюся родной сторонце, хай над Белоруссию ярко светит солнце, хай над Белоруссию ярко светит солнце. Ну вот, ярко светит солнце, это как раз-таки сейчас про наше лето. Ну а сегодня, напомню, для тех, кто, может быть, только что включил нашу программу, да или позабыл за время афиши, мы говорим о Докшинском районе, о том, как там обстоят дела с народным творчеством, вообще с культурой. И у нас только что был народный ансамбль народной песни «Прызбочка». Может быть, для тех, кто не совсем сельский житель, наверное, нужно объяснить, что такое «Прызбочка». Ну вот сейчас мы этим всем будем заниматься. Итак, приветствуем гостей. Да, у нас в студии руководитель этого народного ансамбля народной песни «Прызбочка» Татьяна Липкова и участница ансамбля Мария Кимсыч. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать с вопроса, что такое «Прызбочка» для тех, кто всю жизнь прожил в городе. Ну, наш ансамбль был создан в 2001 году, ансамбль народной песни «Прызбочка». В 2010 году наш ансамбль получил звание «Народный». В нашей концертной программе мы стали включать блоки народных песен. Они сопровождались, эти песни, шутками и танцами. Все это происходило как будто бы на заваленке, то есть на прызбочке. Вот поэтому... То есть прызбочка – это как аналог слова «заваленка», да? Да, да, получается, да, только, да. Только белорусский. Да. Угу. Скажите, когда коллектив был образован, да, для чего он образовывался, кто его создавал, как собирались участники, как это вообще все проходило? Расскажите немножко про историю создания. Ну, ансамбль образовался именно с участников художественной самодеятельности. Вот, люди все любят песню, люди собрались, которые любят и танцы, и шутки. Собрали, в общем, самых творческих людей. Собрали самых творческих, да. Ну и решили попробовать. Вот, услышали песню, понравилось, решили попробовать. У нас тоже получилось, спели. И когда мы попробовали вот такое выступление в стиле «Прызбочки», очень понравилось зрителям. И мы решили и двигаться в этом направлении, и создавать все новые и новые программы. Но мы все, всем коллективом находимся на сцене. Весь концерт это разбавляем шутками, хореографическими зарисовками. Все песни сопровождаются, если солист исполняет. Очень хорошо принимается публикой. То есть, получается, «Прызбочка» — это такое место, куда люди приходят для того, чтобы отдохнуть и повеселиться. Да. И вы им эту такую программу культурную и отдых. И мы песни, и мы танцы. Да. И все сами? Шутки сами? Сами. Песни? Да, ну, песни вы исполняете какие-то, да? Народные, услышали? Или тоже народные свои? Народные песни, да. Песни белорусских композиторов, украинских, русских, польских. Своего нет пока?
Несколько песен есть, но пока мало. А кто пишет эти несколько песен, которые именно ваши? У нас в коллективе есть участник, это Елена Нестеренок, которая вот пишет стихи. А музыку? А музыку наш аккомпаниатор Владимир Чекун. Угу. То есть такое полноценное творчество, такой тандем, да, с песнями. А если, ну вот в нескольких словах, да, характеризовать тот репертуар, с которым вы работаете, какая тематика больше всего заходит зрителям? Что, о чем больше всего любят слушать? Очень любят, ну, конечно, о любви. Любовь, вечная тема, самая прекрасная, да? Да. А вот из народного репертуара, да, когда какие-то песни традиционные в обработках, не в обработках, насколько сегодня это востребовано у зрителей в вашем регионе? Очень любят наши зрители народные песни. Ну, конечно, больше теперь воспринимается зрителям больше такой народно-эстрадный стиль в обработке. То есть обязательно должна быть какая-то адаптация к современности, к времени, да? То есть, чтобы Ну, в репертуар мы включаем и белорусские народные, и русские народные, и украинские. И у нас есть одна участница, житель Украины, бывший, теперь у нас вышла замуж. Многонациональный такой коллектив, да? И польские также народные песни у нас есть в репертуаре. Любят все. Мне кажется, выделить невозможно, потому что песни выбираем мы только те, которые сами очень любим, которые хотим петь. Мне кажется, они не могут не понравиться людям. Но вы выбираете их по принципу, чтобы на любой праздник у вас в репертуаре была песня, да? Да. Ну вот расскажите, может быть, тогда про самые любимые ваши праздники, к которым вы особенно готовитесь. Потому что вот до этого мы говорили про 1 мая, вот были гости у нас. У вас, да, может быть... есть какой-то тоже традиционный праздник, который самый знаковый, особенный, культовый. Ну, у нас самый знаковый праздник проходит у нас рядышком клуб и костёл. И фест проходит в августе месяце, но вспомин Святого Роха. Вот. И у нас получается тоже такое обширное мероприятие, на которое мы приглашаем и гостей, из артистов района нашего самодеятельных, и сами тоже выступаем. Ну, готовимся, конечно, к этому празднику по-особому. И вообще все праздники деревень, мы очень востребованы и приглашают нас во все деревни именно вот на такие праздники. Праздники деревень различные, праздники рушника, колодца, вот такие вот. Слушайте, а сейчас в деревнях так много праздников устраивают? Да, да, да? Очень много. Ну, а расскажите, я просто не знаю, ну, у деревни праздник там, ну, это день этой деревни. День или, там... деревни, как день образования, деревни, создания. По какому принципу? Познакомьте нас немножко с этим. День березки, да, день березового сока. Ну, день деревни – это праздник деревни, это когда полностью рассказываем обо всех жителях, вспоминаем жителей, которые жили раньше, много трудились, вспоминаем и ветеранов, и чествуем старших жителей самых, и самых младших, молодые семьи, мы тут все вспоминаем, самые ухоженные подворья, самые цветники красивые, в общем, ну вот так, и, конечно же, концерт. Ну, то есть такое творческое внимание с поощрением, то есть людей, которые раньше жили в этой деревне, да, чтобы их не забывать, поколения, и те, которые живут сегодня. Да. Скажите, с учетом того, что, ну, как, например, мне кажется, что сейчас такая тенденция идет, что деревни становятся меньше, вымирают, кто-то уезжает, население меньше. Как в вашем районе обстоят дела? Можно ли сказать, что сейчас в Докшинском районе есть такие огромные, сильные деревни, что когда как соберутся на концерт, целый зрительский, там, не знаю, зал? Ну, деревеньки, конечно, немножко беднеют наши, да, но все равно на праздники собираются дети, внуки, и деревни у нас... Особенно на наш вот этот знаковый праздник очень много людей в деревне. Угу. Все наши земляки съезжаются и гости. Но чаще это теплое время года, это летом, да, наверное, происходит? Да, в основном летом. А зимой летом. Затишье полное? Ну, немножко так, но тоже ходим колядовать по Волочевному. А, вы еще и немножко колядуете? Да. Ну, а колядуете вы как? Вот как положено, по всем правилам? С обрядом. С большим мешком, с козой, да. С костюмами, с угрозами хозяевам. Не, угрожать сильно не угрожаем. Только желаем всего лучшего. Вот.
Поем. Скажите, а вот в вашем регионе есть ли какие-нибудь особенности вот в плане вот этих традиционных обрядов, тех же коледовных, когда, например, какие-то персонажи есть необычные или что-то еще? Есть ли что-то такое, что отличает от других? У нас больше традиционное. У вас все традиционное, белорусская классика, можно так сказать. Возвращаясь к праздникам деревень, очень, ну, понятно, что там в районном центре, да, или там, где находится Дом культуры, есть сцена, есть специальное помещение, где проводится концерт, праздник и так далее. Как обстоят дела в деревне? То есть, когда вы приезжаете со своей программой, да, со своими песнями, с программой чествования, воспоминаний и так далее, где это проходит? То есть, не в каждой же деревне, наверное, есть Дом культуры, правильно? Праздник деревни в основном проводится, раз, как вы это упомянули, в теплое время года, в основном на улице это все проходит. То есть прямо на улице, возле какой-нибудь, не знаю, хаты, не хаты, да? То есть, да, получается... украшается это место, делается импровизированная какая-то площадка. Сцена, да. Украшается. Вот. А этим вы занимаетесь или вы говорите, что мы приедем, будьте... У нас так, есть райдер. Да, у нас есть райдер, да, у нас должна быть, значит, оформленная сцена. Гримерки, да, в этой хате. Если это деревня наша, то есть в нашей зоне обслуживания нашего Дома культуры, то, конечно, это все делаем мы. А если нас приглашают где-то другой сельсовет, то, конечно, там уже свои культработники, они украшают это место. Готовятся к вашему приезду. Угу. Есть ли какие-то особые у вас требования, чтобы вы приехали погастролировать? Нет. Только приглашение. Всегда говорим, да, приглашайте, мы приедем. Угу. А много вообще получается таких вот разъездов, выездов в какие-то другие населенные пункты для вашего коллектива? На протяжении года. Много, в бывает, основном. Да. В месяце 2-3 раза. Как пойдет, больше, конечно. Но летом много. А вы любите, когда много, так что вот времени свободного все вообще нет, сил никаких нет, но много-много выступлений. Или одно-два для души, но потом спокойно отдыхаете. Все равно лучше, когда много. Тяжело, конечно, но приятно. Все-таки любому артисту хочется публику, хочется зрителя, поделиться своим творчеством и так далее. А скажите, есть ли в Докшинском районе какой-то праздник такой, который можно было бы назвать, ну, как брендом района, да, где вы обязательно выступаете и куда обязательно стоило бы там приехать, чтобы познакомиться и с регионом, и с культурой, в том числе и с вашим коллективом? Да, есть такой праздник, фестиваль двух рек. Фестиваль уже он такой закрепился у нас, очень широко празднуется, конкурс вокальный проводится, и шествие очень красивое, очень хороший праздник у нас. Я думаю, что каждый, кто приедет к нам, будет приятно удивлен. А когда проходит он? Он проходит второе воскресенье августа. Это можно еще успеть в этом году, еще можно посетить и в том числе и послушать выступление вашего коллектива. Да. Скажите, за вот то время работы, ну, достаточно уже продолжительное, да, с накопленным материалом, с авторскими песнями, задумывались вы над тем, чтобы какое-то свое такое наследие Прызбочки передать там новому поколению, пригласить к себе новых участников, найти их как-то. Будет ли какое-то продолжение? Работаете ли вы над этим? Да, конечно, у нас есть молодой коллектив, маленькие, да, маленькие детки. Вот они тоже выступают, у них репертуар тоже белорусские песни. Mm-hmm. Вот поэтому думаем, что смена нам будет. А как же они называются, если Прызбочка, самое уменьшительно-ласкательное, уже занято? Как меньше сказать? Ну вот тоже так же называем их Прызбочкой. Тоже Прызбочка, маленькая Прызбочка. Но дело в том, что они все упорхают потом из школы. Ну мы новеньких потом готовим, маленьких. Есть совместные какие-то у вас выступления, проекты, либо вы просто как старшие наставники? В концертных программах бывает, да, что совместные. А вы им тоже такие вот костюмы готовите, веночки на них надеваете? Да, обязательно в костюмах. И чьих рук это дело? Их родителей или... Ну, веночки стараемся сами все сделать. Уже там, если костюмы, то помогает отдел культуры. Мы их принаряжаем. Конечно, у нас нет комплекта детских, но стараемся где-то попросить в отделе культуры. А скажите, в ваших костюмах это как бы, ну, такой сценический наряд, либо вы здесь спрятаны какие-то коды, да, Докшинского района, да, чтобы можно было понять, что вы именно просто оттуда. Сценический. Это просто яркий, сценический, красивый образ, который... Разработка скарбницы. Разработка скарбницы. Вот так вот.
Скажите, вот одну песню мы послушали. Чем будем завершать эфир? Какую композицию вы еще нам приготовили? Белорусская народная песня «Бачу». «Бачу». Да. Угу. А вообще на белорусском языке, кстати, у вас больше песен пополам? Вы говорили, что у вас там есть украинские, польские. Больше на белорусском. Именно на белорусском языке. А какая-то вот особенность, там какие-то слова, вот ваши локальные, местные, есть в этих песнях? Или, может быть, такие, которые надо объяснить, а то мы не поймем. Нет, наверное, нет? Таких нет. У нас, конечно, есть местный диалект, очень интересный, но в песнях, я думаю, все понятно. А на этом диалекте кто-то, говорит еще, его можно вот так приехать, услышать? Можно. Можно. Прямо в деревне. А почему вы так с усмешкой говорите? Мне уже захотелось. Иногда смешные слова такие. Смешные слова будут. Скажите, а с фолком вы не работали? То есть не искали какой-то местный материал тех песен, которые звучат именно в вашем регионе? Искали мы такие песни, но у нас до 1939 года мы были под Польшей, поэтому больше польские песни находятся такие, не белорусские. Но мы тоже их разучивали. У нас носитель фольклора такая Елена Антоновна жила когда-то, и мы у нее черпали вот эти песни, учили. Вдохновлялись? Чем? Да. А как-то вы их записали? Я не знаю, есть какой-нибудь сборник? Есть у нас запись этой фольклористки. Мы записывали ее песни. Но сами пока еще не записывали их, потому что так. Вот лучше придите там на наш концерт, да послушайте, хорошо, эти песни. Скажите, на летний период, понятно, что будут праздники деревень, да, это, наверное, одна из самых насыщенных программ. А какие еще мероприятия у вас впереди в этот летний сезон, где можно будет вас еще увидеть, может быть, и не только в вашем районе? Пока в нашем только. Праздник Купалья, у нас будет. Дома на Купалье, а вот 16-го приглашены на брендовое мероприятие в Торгуны, агрогородок Торгуны такой есть в Добрском районе. Мы там будем выступать. А что за брендовое мероприятие в Торгуна? Троица. Троица, там у них празднуется православная Троица, тоже широко так. То есть там тоже как 1 мая в другом агрогородке, то есть серьезная подготовка. А там же, наверное, должно быть что-то такое религиозное. То есть у вас в репертуаре такой вот... То, что вы говорили про католический костел и про праздник какой-то. Есть у нас религиозные песни, мы их тоже исполняем на празднике, который посвящен, перед Рождеством у нас концерт проходит, и мы эти песни исполняем. Но в Торгунах у нас будет концертная программа из народных песен. Белорусская, народная, то, что очень хорошо, наверное, воспринимается зрителям, правильно? Да. Приходилось ли вообще вам слышать какую-то оценку, может быть, отзывы от зрителей, что говорят, чем подходят? Просят ли, может быть, добавьте такого в репертуар, какие-то пожелания? Какая-то связь обратная есть со зрителями? Пожелания, да, есть. Расскажите. И песни просят, какие такую очень есть красивая песня, вам пошла, я думаю, разучите. Или, например, приятно всегда отзываются о нашем творчестве. Это, конечно, всегда приятно, когда хвалят. Но вы же так много как-то гастролируете по таким маленьким населенным пунктам, где люди очень добрые, щедрые, хлебосольные. Пол кабанчика довозите после концерта? Все, можно не отвечать. Угощают же 100%. Угощают, конечно. Так заинтриговали вы нас в последней песне, что уж очень хочется ее послушать. Правда, немножко потомим еще зрителя, с вашего позволения. Дадим вам возможность подготовиться. И прямо сейчас передаем слово Александру Куринману. Смотрим рубрику «Попади в телек», а потом обязательно послушаем произвольшку. Добрый вечер. Мы сегодня находимся на абсолютно уникальном событии для города Витебска. Это закрытие юбилейного 30-го филармонического сезона. Атмосфера просто невероятная. Где-то в городе жарища, у нас здесь прохлада, тенечек, прекрасная музыка, замечательные культурные, воспитанные люди с хорошим вкусом. Давайте с ними немножечко пообщаемся, узнаем их предпочтения, настроение и то, что они ожидают от сегодняшнего вечера. Поехали. Вы бывали уже на закрытии, да? Да, каждый год ходим. Как так получилось, что не все в нашем городе знают об этом? Почему? Наверное? Не знаю, я считаю, надо всем раструбить. Да, поэтому мы сегодня здесь. Сарафанное радио. Мероприятие уникальное. Замечательное.
пропустить. Как у вас настроение сегодня? Замечательно, чудесно. Что вы ждете от мероприятия? В первую очередь. Музыки. Это классики. Не хватает ее в жизни повседневной? Не хватает. Но все-таки сейчас даже в культовых кинофильмах начинают обращаться зачастую. Это прекрасно. У вас есть любимый композитор? Люблю Чайковского. Вы привели артистку сюда. Артистку, да. Будущая артистка? Будущая, как мама. Но вы уже, правда, отдали куда-то заниматься музыкой или вы сами обучаетесь? Сама обучаю. Серьезно? Ну, серьезно, я здесь работаю. Вы прямо ее приводите на работу? Да. На чем? Уже играет? На нервах маминых. Пока что ну, на нервах уже хорошо. Уже отлично. Уже может сыграть какую-нибудь симфонию на маминых нервах. Слушай, а ты хотела бы стать артисткой? Угу. А на чем играть хотела бы? Либо петь? Как бы ты хотела выступать? В каком жанре? Петь. Ты будешь артисткой? Будешь или нет? Я скажу, не знаю. Да, не хорошо это вообще быть артистом, как вы думаете? Думаю, что тяжело. Тяжело. Думаю, то со стороны все красиво, работа не пыльная, на сцену. Но это большая, мне кажется, энергетическая трата. Очень, да. И большая отдача от публики хорошая. Ну, вот если будет сегодня публика как-то поддерживать выступающих? Безусловно. Мы вот не первый год ходим, нам очень нравится. В вашей жизни есть место классической музыки? Есть. Мы второй год вот с моей подругой приходим на этот фестиваль, на закрытие. Нам вот очень понравилось, и мы уже стали поклонниками, хотим каждый день. Уникально, мне кажется. Вообще, сейчас я так послушал, что сюда было не попасть. Все стулья заняты будут. Даже стоячие. Мне кажется, здесь даже на вот этом дереве кто-то будет сидеть и куковать. Знаете, говорят, дети очень хорошо засыпают под классическую музыку. Вы решили этим скрасить свою прогулку, чтобы отдохнуть? Нет, у нас мама здесь играет. Там? Да. Она не будет переживать больше, если вся семья будет присутствовать на ее концерте? Или она сама попросила? Нет, нисколько. На чем играет? На скрипке. Ты такая сегодня нарядная. Спасибо. По какому поводу? Расскажите, пожалуйста. Праздник у нас. У вас свидание сегодня после если праздника? С музыкой только, если. Помимо классических каких-то произведений, будут, я так понимаю, современные какие-то произведения в исполнении симфонического оркестра. Можете ли вы мне открыть секрет? Что нет, будет? Нет, надо, придется надо оставаться. Прийти, да, до конца. Несерьезно оставайтесь. Здорово. Спасибо большое. Для меня будет что-то новенькое. А, даже вам не рассказывали это? Да. Вас сегодня пригласили сюда на свидание или нет? Если честно сказать, да. Это замечательно. Вот вам нужно держаться за своего молодого человека, потому что... Ну, другой бы куда повел вас? Ну, на ЛСП бы, понимаете? Ой, да, точно. А тут вот... Вы были здесь когда-нибудь? Конечно, да. То есть нормально? Все, все сюрпризы прекрасно. Вас не ожидают? Нет. А где молодой человек? Опаздывает? Нет, молодой человек играет. Какой подлец! Он даже еще и играет. Это все, он вам не оставил шанс? Нет. Где обитают нормальные девушки, с которыми можно завести семью? На которых... Вот молодой человек, у него в глазах вопрос застыл. Вот я думаю, что вот та девушка вот в белых одеяниях очень даже подойдет. Которая с яблоком? Да, да, но да. Вот. Потому что молчит постоянно. Да, да, совершенно верно. Это самое главное качество. У вас свидание? Да. Ну, да, почти. Что значит почти? Ну, мы уже 3 года вместе, ну да, свидание. Вот у меня жена говорит, вот мы 5 лет как уже... Да, она говорит, почему ты меня на свидание не приглашаешь? Я говорю, мы каждый день с тобой кушаем на кухне. Да, уже свидание. Она говорит, это не считается. Она говорит, это не считается. Я говорю, хорошо, мы же с тобой ходим куда-то в город, да, выходим, гуляем. Но ты же не приглашаешь меня туда как на свидание. Меня пригласили. Приглашали? Приглашали, да. Как это было? Летом приглашали. Да. Вы же еще не узаконили свой? Нет. Ну вот почему. Хорошего вечера и настроения. Спасибо большое. Как вам сегодня вечер? Нравится уже? Уже предварительно? Уже, да. Уже. Ждете какие-то сюрпризы, удивления? Да, жду. Да, действительно романтический вечер. Романтический. Если бы у меня сегодня была возможность пойти на свидание, если бы я был молодым парнем, который, знаете, без кольца, я думаю, что это просто мечта. Замечательная музыка. Погода прекрасна, понимаете? Можно делать предложение здесь? Можно. Как вы думаете, здесь когда-нибудь на филармонических вечерах кто-нибудь делал, воспользовался такой возможностью? Я думаю, да. Вот вам как сделали предложение? Надо использовать возможность, и как только наступает июнь, смотреть так, афиши филармонии. Мужчины Витебска, все да. Те, кто собираются сделать предложение, мы подкидываем вам идейку. Приходите на закрытие. В этом году 30-й сезон. Будет 31-й, обязательно приходите. Мы вас ждем. Да. Мы объединяем сердца. Я сегодня уже нашел себе компанию на вечер. Это прекрасная Ева. Она пришла сегодня на концерт.
пришла послушать классическую музыку, я как-то пытаюсь все расположить ее, расположить свое внимание. Но вы знаете, уважаемые мужчины, которые приходят на концерт классической музыки, знакомиться с девушками, вы думайте, думайте, они тоже здесь не лыком шиты. Так просто в их расположение не войдешь, да? На сегодня все, пойду играть на контрабасе. Пока. Уважаемые телезрители, мы, конечно же, благодарим вас, что этот вечер провели вместе с нами. Надеемся, вам понравились народные коллективы из Докшинского района, которые мы еще услышим в этом эфире. Занимайте места поудобнее на ваших прызбочках, и потому что прямо сейчас народный ансамбль народной песни из Докшинского района, прызбочка так они называются. Мы желаем вам нескучного вечера, ну и насладитесь выступлением. Пока. Бачив, як ти воли гнала, а тьотя дя зачапі, ти мати стояла. А я бачив, бачив, як ти воли гнала, а тьотя дя зачапі, ти мати стояла. Я ж тебе не зачапив, мати побоявся, не хотів, каб я не знала, що у тебе вкохався. Я ж тебе не зачапив, мати побоявся, не хотів, каб я не знала, що у тебе вкохався. Я ж тебе кохаю, любая дівчина, заганяй скорей вали, буде вечорина. Я ж тебе кохаю, любая дівчина, заганяй скорей вали, буде вечорина. Пришла до дому, мати проти стала, я на мяне на вечерки гулять не пускала. Я пришла до дому, мати проти стала, я на мяне на вечерки гулять не пускала. Что с тобою зробиш, веру я дитяти, як кохаєш ти його, хай он буде зятем. Что с тобою зробиш, веру я дитяти, як кохаєш ти його, хай он буде зятем. А я бачу, бачив, як ти голи гнала, а тьотя дя зачапіть, ти мати стояла. А я бачив, бачив, як ти голи гнала, а тьотя дя зачапіть, ти мати стояла. Thank you.